Добрый день, дорогие зрители! Вновь с вами «Мыльная пена». Новости у нас сегодня в основном позитивные, даже самим нам странно. Ну и парочка горячих сплетней намечается, как всегда. Как же без этого? Вы знаете, что у нас всегда что-нибудь интересное найдется. Итак, начнем с Аисы Гонсалес. Ну что, побегала девушка, побегала, попыталась показать свою значимость бывшему жениху Пепе Диасу и вернулась во свояси. Несколько месяцев она прожила в Штатах и попыталась там закрутить роман с голливудским красавцем по имени Лайм Хемсворт. Ну, опять-таки, был там роман или не было романа, это уже история умалчивает. Но сам Лайм кому-то из своего окружения сказал, что Эйса пытается всячески попасться на глаза папарацци и всячески продемонстрировать, что у нее с Лаймом очень близкие отношения. Ему это не нравится. И вообще, она одержима сходством с его бывшей невестой Майли Сайрус, пытается ей подражать, ему это очень тоже не нравится. Ну вот, видимо, такая тактика со стороны Эйсы возымела свое действие, и пара Пепе Диас и Эйса Гонсалес вновь вместе. Ну, во всяком случае, Новый год они праздновали вдвоем. Ну, что хочу сказать, это уже пятый раз, когда они встречаться начали после короткого перерыва. То есть 5 раз они расставались и опять сходились. Ну, перерыв был 3 месяца, и вообще странная парочка, на мой взгляд, да? И вместе не могут, и брось у них не получается. А почему? А все потому, что Пепе парень ветреный и непостоянный. Вот и ссорятся. Вот. Последняя там была история про то, как он за спиной Оэйса встретился с Нинель Конде. Но там вообще история, конечно, странная, прямо скажем. Но, слава богу, опять у них все хорошо, но не знаем, надолго ли только. Майя Теперони официально признала, что у нее теперь есть жених. Жениха зовут Коко Стамбук. Он композитор и продюсер. Он продюсировал новый диск Майте, ну и допродюсировался. Ну, парень, конечно, такой оригинальный, мягко скажем. Насколько я поняла, вот из того, что в интернете есть, он писал музыку в стиле эмо. Ну и, в общем, ходят про него разнообразные сплетни. И Майте это страшно огорчает. А какие сплетни? Значит, то, что он практикует йогу и какие-то еще духовные практики. Ну и, в общем, пресса, которая внимания на него не обращала, раскопала, что парень-то у нас наркоман. Что марихуану он курит практически каждый день. Ну, чтобы сознание-то расширять как-то надо, правда? А также пьет. И иногда закидывается кокаином и героином. Ну, короче, как в том юмористическом скетче. Ваш сын курит, курит, курит. Что так часто? Нет, только когда выпьет. Ну, судя по тому, как молодой человек выглядит, в общем, у него действительно какие-то проблемы с разными веществами. Может, конечно, ерунда то, что пресса пишет, но если нет, то веселые денечки Майте обеспечены. Ну да, конечно, скучно же, когда все в порядке, да, у молодого человека, с которым ты живешь. Когда он красивый, ухоженный, все, да, значит, надо вот это вот. Ну, дело хозяйское. У другой мексиканской актрисы прибавление в семействе. Флоренция де Сарачо и ее муж Сантьяго Агирре стали родителями. 10 января родился их первый сын. Ну, там что, значит, интересно? Мальчик весил почти 4 килограмма, и маме пришлось сделать кесарево сечение. Ну, все в порядке, все отлично. И ребенка назвали как отца Сантьяго. Ну, замечательно. Замечательно. Алехандро Санс и его жена Ракель Перера ждут 2-го ребенка. Ну, у Алехандро это будет уже 4-й по счету. Вот, 2 у него от предыдущего брака. И уже 2-й вот в этом, в нынешнем. Ну что, Атравахар, Алехандро, растущее семейство надо кормить, нечего простаивать. Давай-давай. 4-й ребенок намечается и у Эухенио Дербиса. Его жена Алессандра Росальдо беременна. Пара поженилась в 2012 году, и вот, наконец, появится их первый ребенок.
Вот что интересно, как отнесутся к появлению малыша его старшие братья и сестра? Что старше они так будут достаточно на большое количество лет. Ну, зато будет интересно. Еще одна новость, тоже такая, знаете ли, оригинальная. Большой сюрприз преподнесла своему мужу Эдуардо Капетилью его жена Виби Гаэтан. Ну, у него уже есть трое детей совместных с ней, да? И вот тебе сюрприз. Виби ждет близнецов. Тут как бы дело даже не в том, что детей будет уже пятеро. Ну да, пятеро. Трое и двое. А в том, что Ацтека контракт Эдуарду не продлила. И как жить теперь, и как на семью зарабатывать, вот это уже, в общем, очень интересный вопрос. Ну, пусть думает. Пусть думает. Он теперь отец семейства, ему теперь не до всяких разных глупостей. Очень такая странная история приключилась с Асфальдо Риосом и его сыном Джулианом. Ну, в общем, получилось так. Асфальдо дал интервью и рассказал, что его сын Джулиано и его бывшая жена Кармен Доминичи получают в соцсетях послания с угрозами. Весь этот ужас продолжался на протяжении нескольких месяцев. Неизвестный угрожал сыну Асфальдо убийством. Вот, в общем, постоянно каждый день это появлялось. И в Твиттере, и еще там, где он там, в каких сетях он сидит. Вот. Кармен очень боялась, что на самом деле так и будет. Ну, понимаете, какой-то маньяк вообще взялся им грозить. Ну, и она обратилась, естественно, к своему бывшему мужу. Ну, Асфальдо у нас мужик решительный. Вот, он не стал долго рассусоливать. Он просто взял и обратился в ФБР. И, в общем, сейчас этим делом ФБР занимается. И Асфальдо сказал, что он очень надеется, что скоро мерзавца арестуют. И будет очень забавно, когда к дверям подойдет вообще спецагент ФБР и скажет: «Извините, вы арестованы». Вообще смешно, когда куча идиотов, да, думает, что в интернете их анонимность вне прикосновенности. В общем, усиленно гадят окружающим. Ну, ребята, нет. Оказывается, и на вас управа найдется. Ну, я думаю, что вот такой вот примерчик такой замечательный будет всем остальным, которые обожают знаменитостям всякие гадости писать. Ну и еще у нас есть история такая замечательная о мексиканском актере Викторе Нориеге. Он появился на публике со своим возлюбленным, который на 16 лет младше его. Виктору исполнилось 41, а этому парню по имени Гильермо Руэсго 25 лет. Он тоже актер. Их отношения продолжаются около года. Познакомились они на съемках сериала «Ке бонито амор». Ну вот, и, в общем, вскоре после начала съемок стали неразлучны абсолютно. Ну, вообще, Нориега человек крайне закрытый. Его личная жизнь была всегда за семью печатями. Ну, видно, надоело молчать. Ну и в конце концов, ну и что особенного, подумаешь. Вот, ну тут что еще можно по этому поводу сказать? У Нориеги репутация человека очень скандального, особенно под влиянием алкоголя. И 2 года назад был даже слух, что он какое-то время лежал в психиатрической лечебнице, дабы избавиться от пристрастия к алкоголю и вспышек гнева. Ну, сам он все отрицал, говорил, что он был просто на каникулах. Ну, так одно другому не помеха. Одно же ясно, что если, так сказать, человек полечился нормально, да, а может, каникулы были такими благотворными, то как бы все и наладилось. Скандалов чуть не стало же, да? Ну и слава богу, актер он, в общем, очень хороший. Вот, а сейчас и в личной жизни все наладилось. Ну, совет для любовь. И последняя у нас новость на сегодня. Это Зурия Вега и ее жених Альберто Гуэра. Ну, новость какая? Новость такая, что, значит, живут они вместе уже, приняли такое решение. И отношения у них настолько хороши, что они даже, в общем-то, подумывают о свадьбе. Ну, в общем, идиллия полная. Все замечательно. Одно плохо. Отец Зури и Гонсало не особенно жалуют жениха дочери. Ну, вообще-то многие отцы считают, что их дочки достойны лучшего. И что этот самый, который сейчас с ней,
вообще как бы должен быть подальше от нее. А вот. И, в общем, Альберто признал, да, что отношения у них там нелегкие. Подробности он сдаваться не стал, как настоящий кабальеро. Ну и правильно сделал. Может быть, Гонсалу не нравится, что Альберто до Зури имел отношения с очень многими женщинами. А может, ему не нравится, что Альберто кубинец. Может, у него аллергия на кубинцы. А вот Альберто же у нас с Кубы все-таки. Вот. А помните, одному кубинцу уже перепало от боевого вот этого Гонсало Веги, да? Потом еще Зури объясняла, что папаша большой придумщик и несет мне весь что. Ну и вот сейчас, видимо, девочка решила на папашку не обращать внимания и наслаждаться жизнью. Ну и правильно делает. На сегодня все. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ждем вас в следующих программах.